Добрый вечер. Я Дюн Федор, со мной Гранд Кочерян, Алексей Антоненко и футболисты Титана. Титан в первом туре уступил воздуху со счетом 0-2. Ребят, что сегодня для пошло интриги. Не так? Все для интриги, ничего больше. Как и поражение авангарду в первом круге в прошлом сезоне. В принципе, да. Так ну, интересно было. Да, очень. Они наши любимчики. Не, на самом деле просто трудно было играть. У нас после сауны бутсы еще не высохли. Ну, пока привыкаем к соперникам. Прошлый сезон тоже, 2-1 с воздухом сыграли, выиграли, но тоже такой раскаточный. Все, дальше будет все. На расслабоне, да. Да, сейчас еще. По максимуму. Чем в начале-то силы тратить? Морально. Под конец оставить. Морально с авангардом мы сделали выводы, под конец не хватило, сейчас наоборот будет. Хорошо, но вот у воздуха усиление подъехало. У вас тоже сегодня новые ребята, да, на поле выходили? Я не такой специалист по Титану, как Валерий, но как оцените игру ребят новеньких? Сегодня. У воздуха? У воздуха. И у воздуха, и у себя. У вас выходили ребята новые? У нас выходили ребята. У вас выходили. Новые. И у них, и у себя. Мне говорить? Ну, конечно. Ну, у воздуха там постоянно, их там 40 человек. Мы в целом и в VIP-комнате с ними познакомились. Ну, в целом, ну, нормально. Ну, сказать, что сейчас сверхъестественно, нет. Но мне не нравится их команда, потому что Заргатского не было, Луцика не было. Вот, я недоволен. Да. Капитанская повязка у Скляра, это хорошо, мне это нравится. Почему? Но... Что? Почему нравится? Человек первый матч проводит за воздух и уже с капитанской. А откуда первый матч? Скляр нормально назабивал. Что-то не следите, Федюн Федор. Нормально назабивал, в смысле, когда выходил с кометы играть? Не, он вроде как нам забил вот этот при счете 1-0 с головы на последней минуте. Вроде Скляр. Ну ладно, не будем в подробности, а то он сейчас сезоне. Еще в шоке будет, что мы... Он не играл в том сезоне фанатеем. За них. Играл. Ой. Играл? Ой. Да. Спорите? Спорим. На что спорим? На шоколадку. Давай пока на шоколадку. На шоколадку. Ну, ладно, не хорошо. Да, давай. Еще отлично. Один онлайн. Плюс шоколадка. Насчет нашей команды, в целом меня смущают даже старенькие. Старенькие сегодня вышли. Плохо сыграли. Такие, как Кочерян, Абгарян. Да. Да, такие сильные. У Абгаряна со штрафных не летело. Ян, все пиздец. Да, не надо мне тут. Сейчас драка начнется. В целом наши новенькие, но ожидали побольше. В целом будем с ними разговаривать, пытаться. Но, честно говоря, на новый сезон искать прям новых трансферов цели не было. Состав сыгранный. Самое главное, душевная разделка. А все остальное мелочи. Это замечательно. Что по целям на этот сезон? Первое. Первое только первое, место. Да? То есть только никак у воздуха первое. Там топ-3 попасть? Нет, ну, нет, только первое. И ответочка воздуху еще. Ответочку. Вот будете сильная, ждать, да, теперь ну, конечно, 2 месяца? Ну, конечно, как да, авангард. Я тоже. Я сегодня у Валеры выбил этот матч, комментирую, в следующий раз тоже выбью. А можно даже инсайдик. На следующий круг у нас будет один игрок, которого нам все время так не хватает, выйдет, скорее всего. Эту информацию вроде как нельзя разглашать. Ну, в любом случае, ну, потом. Все, тихо, не кричи. А так из цели еще 1000 ВКонтакте хочется добить. Все-таки как-то надо на Сергея Галицкого выходить, пока сложновато. Мы хотим матч с авангардом там провести.